Привет, друзья, товарищи! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня будем готовить три вида бутербродов, праздничных бутербродов. Простейших, из простых абсолютно продуктов. Просто покажем примитивное их приготовление. Поехали! Первый вид бутербродов у нас будет со шпротами. Значит, для них нам надо багет. Берем нож и нарезаем на вот такие вот небольшие бутербродные дольки. Нарезайте под косу, и они так будут по объему больше. Предварительно поставил я сковородочку греться. Мы их с одной стороны обжарим. Так, сковородочка подогрелась. И все, выкладываем на сковородку багет. Так, и обжариваем с одной стороны до румяной корочки. Ну вот. Смотрите, товарищи, вот такие вот греночки должны получиться, вот такой обжарки. Что нам надо будет дальше? Два куриных вареных яйца натираем на мелкую терку. Нам сюда понадобится столовая ложка майонеза. Все, добавили сюда майонез, столовую ложку. Так, и еще щепоточку соли сюда добавим. Все хорошенько это перемешиваем в однородную массу. Так, ну а мы начинаем собирать наши гренки. Берем вот это дело вот так и намазываем на греночку. Сюда же берем огурчик, вкладываем огурчик, берем помидорку, рядышком помидорку и сюда укладываем шпроточку. Да. И вот сюда еще украсим маленькой веточкой, листочком петрушечки. Вот у нас получился такой вот замечательный бутерброд. Быстро, просто. Ну, продегустируем уже в конце. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, наш канал своей активностью. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И обязательно делитесь с друзьями нашим видео. Ну, а мы продолжаем. Так, для следующего бутерброда нам понадобится, значит, зеленый лук, колбаса, желательно, чтобы была варенка, ее проще будет натереть на терке, и твердый сыр. Греночки у нас уже есть поджаренные, готовые. Так, значит, первым делом натираем колбасу на мелкую терку. Колбасу натерли, теперь трем сыр. Так, и сюда же режем меленько лук, зеленый лучок. Так, и тоже отправляем сюда. Также нам сюда понадобится щепотка соли и хорошая столовая ложка майонеза. И все, теперь тоже тщательно перемешиваем. Так, дальнейшее. Нам понадобится зубчик чесночка. Берем наши греночки и с этой стороны, с которой мы обжарили, вот, и натираем. После этого берем нашу смесь получившуюся и аккуратненько вот так все дело выкладываем. Так, и для украшения возьмем немножко укропчика. Ну вот, пожалуйста, вот такой вот у нас вышел бутербродик. Ну и для третьих бутербродов нам понадобится два яйца. Отделяем желток от белка, берем терочку и натираем отдельно белок. Так, и отдельно натираем желток. Половинка среднего вареного бурячка. Тоже натираем на такую же терочку. Сюда же везде добавляем по щепотке соли. И по пол ложки, сюда, значит, больше сюда ложку майонеза, а здесь по пол ложки майонеза. Ну и вот сюда мы добавим еще один секретный ингредиент. Один кислый огурчик. Натрем тоже на терку. Ну и вот, мы начинаем сборку нашей гренки, нашего бутерброда. Значит, берем на кончик вилочки и делаем вот так. Этого, вот так вот на край, на краечек. Теперь берем белок, так же само,
на кончик, выкладываем сюда. Потом берем опять желточек и вот так по кругу. А на серединку мы положим кусочек селедочки. Ну, а мы отправляемся дегустировать. Значит, первое у нас бутерброды со шпротами. Не хватает 100 грамм. Второе у нас с колбасой и сыром. Класс. Чесночок подчеркивает все. И лучок зеленый. Класс. Ну и третье у нас с селедочкой. Сладковатое. Замечательно. Вам получится удивить любого гостя. Готовьте. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Мира и добра вам. До свидания.